Привет все мои любимые! Сейчас будет обзор вот на такие бутербродики. Тут масло сливочное, селедка, потом морковка, майонез и специи там. Это можно, берешь там это какое, через блендер или через что перекручиваешь. И получается такая вот штучка. Сейчас оценим на качество. Сейчас мы благословим. Вы же любите, как я благословляю? Смотрите. Ом тваме сакшат, ши анапурна сакшат, ши ади шакти матаджи, ши надиви намонага. Так, сейчас будем пробовать. Вкус очень шикарный. Можете там по своему, можете зелень то добавить. Шикарные такие бутербродики. Вот такое. Ладненько. Это не еда со смехом, тут не буду обжираться. Просто вам показал. Анька пока сейчас я покушаю. Вам всем приятного аппетита. Вообще все хорошо, вас всех обожаю. Пока.